Лед тронулся, господа рыбаки. Один из любителей отдыха у лунок ощутил это сегодня на себе. Хрупкая поверхность под ногами треснула. Мужчина провалился под лед неподалеку от плотины ГЭС в Иркутске. Спасли его очевидцы. Такие же любители удить рыбу с риском для жизни. Толщина льда в месте, где все произошло, около 50 сантиметров. Однако его крепость уже не та, что зимой. Он пропитан водой. Поэтому ЧП в любой момент может повториться.